tuli Charlie. Miten Karttunen voitti ton? Tak, Mitä en Erik ymmärtänyt? Ronka. Eikö Karttunen mustilla? Mitä tossa Finlandia. tapahtuu? Luovuttiko Роман vastustaja Овечкин играет vahingossa? с Хикаро. У нас Витик, после Витика Роман Овечкин на первую доску. Роман обычно не играет, по-моему, в этих турнирах, но сегодня решил сыграть. Хикаро идет по русским стримерам известным. У нас как в первой партии. Точь-в-точь. Вот там было слон b4. Käsittämätön tapa kyllä lopettaa peli. Okei, ehkä nyt ei pitäisi sun nauraskella. Vähän vaarallinen asema, voin sanoa. Тут на конь d7 обычно играю ферзь h5. А есть еще такой ход. Meitsillä siis vaarallinen asema. Ну все равно ферзь h5. Жертвую пешку на d4. Ради инициативы. Соперник не берет. И нападает на слона. Можно отойти, а можно не отходить. Давайте попробуем не отходить. Хотя конь на e2, я не знаю, хорошо ли он стоит. Кстати, его конь на g6 так уютно стал. Ферзя моего так прижал здесь. Не знаю. Может быть, коня на e2 неудачно ставить. Может быть, лучше было на h3. Неизвестно. Может быть, зря я ферзя на h5 поставил. Тут непонятно, как теперь его продавливать. Ладно, я пока отойду. Непонятно, как его продавливать. Совершенно. Конь на g6 стал, да. Он сейчас как-то, наверное, ферзь b6. Нет, сюда. А En если pidä sitä ударит на daamia d5? e7, mutta en kaikkea voi Да. saadakaan. Бьем. Не знаю, что он заготовил, но хочется ударить. А, он теперь у нас конь c7 не будет на ферзь d6. А, точно. А он не берет. Он не берет. Arvion Гоф. mukaan olisi ollut vähän vaarallista. Может и правильно. Arvion mukaan tässä nyt on jotain koukkusammoja. Отойти. Nyt onkin sotilas vähän, mikä on. Давайте отойдем. На G2 или на H1? Tämä miellyttävä juttu. Или на E4? Давайте на E4. Так, пешка на g5. А, это неприятно. У нас пешка на g5 подвисла. Ферзь h4 как-то кривовато. Ну давайте попробуем, хотя мне не нравится этот ход. Вот какой-то он кривой. Да, слон у него хороший. Может быть, d5 все-таки рвануть? Или у него слон заработает? Там ферзь b4 куда-то, ну и что? Давайте рванем, ладно. Непонятно здесь. Или, может быть, слона его поддергать? Нет, какой-то ход тупой. Тупой ход. Нет, что-то ты шо... Ну, ферзь g3 был нормальный ход. Зачем туда лезть в угол?
Зачем в угол лезть? Это не то ты делаешь, не то ты делаешь. Ладно, ладно, спокойно. Бред понес. Сюда. Тепно. Тяпну сюда. Что грозит, ничего не грозит. А что я Vielä хочу? 30 nyt Что я хочу? Может быть, конь А4, потом на Б6. Или там нету, там фесь Б5. А фесь Б5 шаг будем. Давайте попробуем. У нас первая хромает. Осторожней. Может быть, А3 профилактическое было лучше. Но тут конкретика. Тут конкретика. Время держи. Шажок. Не знаю, ну, может быть, не тем конем. А сюда. Давайте c3 принципиально. Уже мало обоих времени. А сюда он контратакует. Блин, это неприятно. Нет, сюда зря. Зачем все? А, он зевает. Еще зевает. Ай-яй-яй-яй-яй. Победа. Joskus aiemminkin pelannut tätä kaveria vastaan. Pareeks Так, morjesta. давайте проанализируем игру. А, нет, давайте Oltais kai посмотрим Овечкин фулли. Хикару. Tää erikoista. А, уже сыграли? А, Хикару выиграл. Давайте на Радицкого посмотрим, ладно. Потом как-нибудь Lähettiläs проанализируем. E3 lähetti E6. Я пока донат зачитаю, по-моему, был донат. Missä? Дима, эта ваша шутка прочищает мозги лучше, чем виски.